Всем привет! Сегодня поговорим о Хатидже. Правда ли, что она умерла, выпив яду? Была ли она замужем за Ибрагима? И что известно о сестре султана Сулеймана? Я вижу, что многие нас смотрят без подписки. Обязательно подписывайтесь, чтобы не терять с нами связь. Вас ждут самые интересные моменты и новости. Досмотрите видео до конца, вас ждут интересные моменты сериала. Итак, Хатидже является сестрой султана Сулеймана. Она была замужем. После того, как ее супруг умер, она перебралась в Стамбул. Бок о бок они жили с братом долгие годы. Она являлась самой любимой сестрой султана. По сериалу мы видим, что Хатидже все время страдала. Без Ибрагима, с Ибрагимом и без него после его смерти. Когда казнили Пашу, она не справилась с возложенным на нее статусом вдовы своего любимого мужа и решила отомстить султану. Она крадет хюрем и прячет ее. Чтобы султан чувствовал себя еще хуже, она выпивает яд и обвиняет его во всех грехах и умирает на его руках. Казалось бы, у нее осталось двое детей от Ибрагима. Многие растворялись в детях, но даже они не смогли ее удержать от страшного шага. Если мы обратимся к истории, то найдем очень мало информации о Хатидже. Вообще, сестра Сулеймана является загадочной фигурой. Многие историки склоняются к версии, что ее и вовсе не существовало, так как записей практически нет. Но есть еще одна версия, что Хатидже вышла замуж за Искандера. То, что она выпила яд, эту версию ставят под большим вопросом. Также есть еще одна версия, что она все же вышла за Ибрагима, и ее брак был удачным, но она не покончила с собой. Какие бы версии нам не выдвигали историки, Хатидже считается самой загадочной персоной из османов. А что вам известно о Хатидже? Делитесь в комментариях. Давайте попробуем выяснить все версии жизни султанши. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Больше я тебе повторять не буду. Сейчас же освободи покой, иначе... Ваше сердце истерзано болью предательства, я знаю. Я тебя уничтожу! Я готова, моя госпожа. Сколько смертей пережила, справлюсь еще с одной. О предательстве все уже знают. Раз ни одной женщине не справиться с тобой, что же ты никого не пускаешь в покое повелителя? Ну, если вам так хочется, для Ибрагима Паши можно кого-нибудь подыскать. Он на женские чары падок. Да кто ты такая, что смеешь так разговаривать со мной? Лучше бы вам уйти. Не я уйду, ты уйдешь. Вы достойны сострадания. А как же? Предпочесть великой госпоже и ничтожную прислугу. Какой позор! Только не вздумайте обвинять меня и в этом! Не я толкнула Нигер в объятия Паши!